Софина выступает в жанре, который сам певец назвал поп-опера. В нем сочетаются элементы поп-музыки, соула, мюзиклов с академическим вокалом. Один из самых известных его синглов, принесших певцу популярность в России – «Луна». Луна, ту, quanti sono canti che risuonano, desideri che attraverso i secoli. Алесандро Софина гастролирует по нашей стране с 2010 года. Певец признается, что поражен величием и красотой России и жалеет, что не имеет возможности задержаться подольше в наших городах. Сегодня в Сочи я представлю концертную программу, которую уже показал во многих городах России. Но каждый раз я стараюсь преподнести ее по-новому, добавить новые песни. Для Сочи это в любом случае будет ново, потому что я впервые даю концерт в этом городе. И я очень впечатлен тем, что увидел в Сочи, как он изменился благодаря Олимпиаде. Я бы с удовольствием остался здесь на несколько дней, но, к сожалению, не могу. Надо ехать дальше. Уже на следующий день Алесандро отправился на концерт в Ялту, но обещал в следующем году снова выступить в Сочи.